Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про Шибу. Данную монету мы набирали 7 дней назад, последний раз. Данную монету мы набирали весь медвежий рынок. И данную монету приобрел кит 7 дней назад. Да, в этом видео мы об этом говорили. И смотрели на китовый кошелек. Кит инвестировал 2 миллиона 700 тысяч долларов. И сейчас на его кошельке находится 11 миллионов долларов. Данный человек заработал, и данный человек понимал, что он делает. Просто так, такие средства не вкладываются, на ветер их не бросают. И именно поэтому значимые моменты мы с вами всегда подчеркивали. Собственно, сейчас мы видим памп. Мы подготовились заранее. Не один видеоролик я записал, всю медвежку мы скупали. К сожалению, дождались рост только единицы. Мизерные просмотры набирали мои видео. Никому было не интересно набирать на днище. Сейчас же будут приходить новые люди и спрашивать, стоит ли покупать Шибу. Данное видео не для тех, кто только пришел на рынок. Данное видео для моих подписчиков, которые набирали вместе со мной. Поздравляю всех, вы заслужили этот рост. 400 просмотров набрало видео, в котором был сигнал на покупку прямо на дне. К сожалению, тогда меня никто не слушал. К сожалению, единицы купили. Но всегда так было. Всем помочь невозможно. Кнопки ведь за всех я нажимать не буду. На данном этапе приходит новая кровь. И люди покупают данную монету, не понимая, что они делают. Я же сейчас объясню вам, чем чревата покупка на данных отметках. А покупка чревата потерей депозита, так как на данном этапе постепенно впитывается ликвидность хомяков. Да, именно тех хомяков, которые залетают сейчас. Дорогие друзья, ну киты же не идиоты, киты же набирают заблаговременно. И это только один кошелек, который я вам показывал. Китов гораздо больше, и все их кошельки необходимо анализировать. К сожалению, этого делать никто не хочет. И именно поэтому зарабатывают лишь единицы. Вот так просто кит из 2 миллионов сделал 11. И это только начало. Хайп по крипте разгоняют прямо сейчас. Биткоин подошел к моим целям. Данные цели у меня были отмечены давно. Посмотрите старые видео. В принципе, сейчас киты велосипед не изобретают. Работают они по шаблонам, которые они использовали всегда. Затягивать это видео я не буду. Просто скажу в заключение. Сейчас покупать уже поздно. Шибу. Так как данная монета уже улетела. Биткоин покупать тоже поздно. Набирали мы биткоин по 16 тысяч. На данном этапе он почти переписал свой АТХ. Купит сейчас только новичок и потеряет деньги. Мы же будем покупать на днище те монеты, которые себя еще не проявили. Примеры вы сейчас видите на экране. К примеру, флоки. Флоки мы набирали 11 февраля. 23-го года. Посмотрите, сколько иксов дал Флоки. 6 иксов. И это тоже только начало. Мы набираем заблаговременно. Мы набираем до роста. Мы не бежим на хайпе. Наша цель – купить вместе с китами и прокатиться на импульсной волне. Все максимально просто. Чтобы это делать, необходимо ежедневно анализировать рынок, подбирать правильные монеты и, соответственно, покупать и на пампе снимать сливки. Такие монеты мы набираем. Как сами можете заметить, набирали мы до пампа. И так мы делаем всегда. Посмотрите на Шибу. Сделайте вывод, стоит ли сейчас покупать. Новости хорошие. Про данную монету сейчас все будут говорить. А все потому, что манипуляторы поднимают хайп, чтобы загонять наивных хомяков. Не будьте идиотами, подбирайте монеты до пампа, готовьтесь заранее и снимайте сливки за счет этого. Мы двигаемся всегда против толпы. Если вы имеете желание присоединиться к нашей команде и набирать вместе с нами по своевременным рекомендациям, то приглашаю в закрытое комьюнити. В нашем закрытом комьюнити вы получаете полное обучение, 4 закрытых курса и с набором правильных инструментов вы двигаетесь вместе с нами.
покупая то, что покупаем мы. Кому интересно, ссылка есть в описании. Присоединяйтесь, пока цена снижена. Доступ оплачивается только один раз. На данном этапе уже наплыв бешеный, поэтому, скорее всего, я сделаю помесячную подписку для новых людей. Все старые, то есть те, которые присоединятся сейчас, останутся здесь навсегда и будут получать сигналы и пользу, которая постоянно добавляется. Прямо сейчас мы получаем результаты. Все это благодаря тому, что мы подготовились заблаговременно. Мы не сидели и не ждали, когда всем было страшно. Мы забирали этот страх. Мы анализировали кошельки китов и набирали то, что набирают они. Все максимально просто. Не придумывайте ничего своего. Все инструменты уже есть. Ваша цель их взять и использовать прямо сейчас. Бычий рынок уже идет. Заработают только те, кто готовился заблаговременно. Без опыта вы сейчас не подберете правильные монеты, которые только созданы. Необходимо понимать, куда шагает индустрия крипты. Необходимо понимать, что сейчас востребовано. Это все мы обсуждаем в закрытом комьюнити, набирая правильные проекты, которые в скором будущем будут запамплены, как Шиба, которую мы набирали весь медвежий рынок. И последняя покупка наша была 7 дней назад. Выводы делайте сами. За кем двигаться, решать вам. Я же не рекомендую слушать идиотов, которые сейчас говорят покупать. На данном этапе загоняют толпу. На данном этапе впитывается ликвидность хомяков. И купив сейчас, ничего позитивного вы не получите. На сегодня у меня все, я пошел дальше. Подбирать проекты, которые мы будем набирать в комьюнити. Работы сейчас много, поэтому необходимо хвататься за возможности и забирать иксы. Всем желаю удачи, всего хорошего и всем пока, друзья!